Здравствуйте, дорогие рукодельницы! И вот перед вами символ следующего года – свинюшка. Вот такая. Ну, то есть это символ этого года. В принципе, это всегда можно сделать такую игрушку, как кому нравится. Есть люди, коллекционируют. Мы одели ей такую вот кофточку. Вот, трусишки такие, переходящие в комбинезон. Вот, кофточка такая необычная, шапочка, бантик. И тогда начнем сейчас ее делать. Так, и опять начинаем мы с одежды, то есть трусики, комбинезончик, что-то такое. То есть вот это у меня кусочек... колготы обрезаны. Ну, примерю, хотя тут значения не имеет, они просто по-разному растягиваются. 7 сантиметров. Ну и как всегда, сейчас выверну наизнанку и прошью здесь основание вручную, оставляя немножко места на ножке. Так, хочется, чтобы было чуть-чуть симметрично. Правда, оно не симметрично расположены полоски, но хотя бы эти основные сделаю симметрично внизу. И начинаем. И начинаем здесь шивать. Здесь небольшое расстояние, так что работа спорится. Так, плюс-минус одинаковое расстояние для ножек. А потом, если где-то что-то не так, значит, можно будет подшить. Так. И одеваем наши комбинезончик-трусики. Подворачиваем так, во-первых, будет аккуратней, а во-вторых, там лишнее. И вот такой вот, вот такой комбинезончик у нас получился. Тоже здесь подверну, будет симпатичней. Так очень симпатично получилось. Вот. И теперь показываю вам кусочек трикотажа. Я его уже разрезала и примерила. И вот. В моем случае это 17 сантиметров и плюс-минус где-то на 15, чтобы вам было понятно. И вот. И, ну, естественно, здесь немножко я вырезала горловину. Чуть-чуть и разрезала вперед, чтобы можно было одеть. Вот. И начинаем одевать. Так. Наша красивая рубашечка.
Хорошо, у нас получается. Вот так у нас получается. Вот. Рубашечка, а рукавчики вот как бы получаются длинными. И мне просто хочется вот их заложить. Вот, я хочу их просто заложить. Почему заложить? Ну, просто хотя бы для того, чтобы было это немножко по-другому смотрелось. То есть, чтобы не было вся одежда одинаковая, скучная. Вот, мы здесь ее залаживаем. Здесь я и здесь вот тоже намечу здесь одинаково, чтобы было. Вот так. Вот такие вот у нас получаются складочки здесь. И сейчас остается нам подшить. Ну, наверное, можно, как договорились, и подклеить. Ну, в принципе, здесь подшить вот очень просто. Я не буду шить до конца, я только здесь вот соединю вот эти места. Поэтому это очень просто. Чуть-чуть буду задевать. Так вот, обходя ткань. Такой нитка тут же закрутилась. Ну, я сейчас распутаю эту ниточку и потом продолжим. Так, ну и сейчас немножко я расправляю, чтобы было параллельно вот эти складочки, которые мы заложили. Я сейчас, ну, то есть как бы опять, это же я присматриваю, и то есть нужно, чтобы было хорошо, все-таки потратить какое-то время. Так, вот так я заложила. И складочка вот впереди, они будут вот так вот заложены здесь. Значит, сейчас я беру вот такие пуговички, и мы пришьем их сюда как украшение. То есть они и будут держать складочку. Хотя большой, может, необходимости в этом нету, но они будут держать складочку и в то же время будут служить как украшение. Я много раз не буду проходить. А так, чтобы пуговочку... Можно ее... Да, я думала и приклеить, но дело в том, что хочу эту ткань прошить, чтобы она, в общем, вся держалась. Прошиваем. Можно убрать заколочку. И вот так. Получается очень удачно и красиво. И теперь я пришью сюда вторую пуговицу. Так, заложила.
Так, ну я ее сейчас сама закончу, пришью и продолжим. Так, и теперь вот у меня кусочек. Я, наверное, его тоже приложу. Сантиметр 16 на 13 плюс-минус. Это тоже такой трикотажная ткань. Флисовые, наверное, вот, и двухсторонние. То есть плюс-минус она может употребляться с двух сторон. Я вырезала так, чуть-чуть уголки обрезала, и, соответственно, ушком здесь вырезала по кусочку для ушек. Вот. И теперь мы сейчас оденем и посмотрим. Вот. Посмотрим, как нам ее закончить. Так. Ну, может, вот я тогда сделаю перед немножко. Тут получается немножко длиннее. Но это опять же будет, почему это очень произвольно, потому что и у вас, и ваши, вот я сейчас приложу. Вот мой плюс-минус где-то 14 сантиметров свиненок. А у вас, наверное, тоже немножко больше, немножко меньше. Это вряд ли угадаешь. Ну вот на мою такую длину у меня вот такие вот размеры одежды. Вот здесь шапочки. Вот. Ну вот так где-то нормально. Теперь я хочу немножко придать ей форму. И сзади мы только я сейчас подумаю, как это сделать. Как лучше сделать. И сзади мы немножко соберем это. Ну, может, даже лучше и так. Ну вот. Может, лучше так. Вот. А может, я сейчас вот возьму на обратную сторону. То есть это вот у меня изнанка будет, так как по ткани. Так, я сейчас сложу. Заложу вот так. Ну, то есть, как бы уже мне не додумывать, я по форме головы плюс-минус сейчас заложу так, как я хочу подшить. И это останется на изнанке. И посмотрим, что у нас получится. То есть, вот это место я сейчас прошью руками. Вот. И посмотрим, как у нас получится эта шапочка. Ну, наверное, конечно, можно ее и прострочить. Но я не буду прострачивать. Я сейчас ее пройдусь руками. Вот, и этот кусочек останется у нас на изнанке. И посмотрим, что у нас получится. Так, теперь наше произведение одеваем. Ну, вот так оно получилось.
И смотрим, как нам хочется видеть эту шляпку. Вот. Ну, вот так можно. Вот. Вот так можно. Очень даже симпатично. Мы еще подумаем, но вот так вот очень даже симпатично можно и оставить. Так, сняла я эту шапочку и сзади. Сейчас посмотрю поменьше пуговицу или побольше. Ну, вот прям вот эту большую пуговицу. Вот, я пришью как украшение. Много раз не буду обходить. Вот она не будет застегиваться. Вот ниточку взяла в тон шапочки, не в тон пуговочки. Вот будет у нас яркая такая одежда. Так. И вот у нас есть пришита пуговочка. Так, значит, теперь точно с такого кусочка флиса, как у нас шапочка, вырезаем вот так галстучек. Ну, я его вырезала сюда, оставила эти две полосочки. Вот. Вот сейчас сделаю вот так, чтобы здесь было основание для галстучка. И у меня есть такой тоже кусочек желтого флиса. Он тоже двухсторонний, как бы. Вот. И здесь сделаю. Ну, могу здесь немножко и урезать. Они не нужны, такие длинные концы в результате. Вот. Вот такое у нас получается основание. И сейчас. Сейчас, секундочку. Так. Этой желтенькой мы обводим полосочкой вот так. И здесь мне остается немножко просто скрепить эту всю конструкцию. То есть не только я зашью вот здесь, а еще прихвачу и красный галстучек вот внутри, чтобы она не выскочила, не распалась. Ну, так в одном месте немножко прихвачу, но прихвачу все вместе, чтобы это была цельная конструкция. Можно обрезать нитку. Вот так у нас вот получилось. То есть хочется делать какие-то вещи более простые в изготовлении, оригинальные, чтобы это как-то всегда было по-новому. И цветовое сочетание, и материалы, и само украшение, которое должно быть, хочется иметь различным. Значит, вот теперь вот этот галстучек мы его прилаживаем к нашему сеньору. Вот. По цветовым решениям, я считаю,
Это вполне подходит. Ну, вот так мы его закладываем. Вот. И здесь я... Так, еще раз. И здесь я его обрежу. Обрежу. Можно подшить, а я сейчас немножечко подклею. То есть маленькую капельку. Иногда пистолет барахлит, и даже вот просто быстро не получается. Так, ну я сейчас подклею и вам покажу. Так, вот приклеила я здесь этот галстучек. Ну и хорошо так, в принципе, получилось тоже вот этот желтенький. Оно немножко оживляет цвета, которые есть на этой игрушечке. Вот. Одеваем шапочку. Так, волосики в какую сторону поворачиваем, какую нам нравится. Вот так вот сзади поднимать, поднимем. Одну сторону. Вот. И где-то так. Так, теперь я беру тоже вот такой же желтенький флис, как здесь. Вот, ну, такой произвольной формы два кусочка, из которого мы сейчас сделаем цветочек. Вот. И закончим украшать нашего символа, нашу свинку, то есть вот так нормально. Так. И эту тоже также половинку. Ну, произвольной формы можно вот так же здесь конечики немножко сделать острее, круглее. Ну, то есть, как бы это не играет особо роли. Вот так собрали. И я этой же ниточкой сейчас привяжу. Привяжу, немножко сейчас перекручу, чтобы не было один на один. Ну, вот так. Вот такой вот цветочек. Чуть-чуть сделаю наискосок. И кусочек у меня такой вот ткани зелененькой. Я даже не буду ей ничего делать. Пусть она в такой произвольной форме и остается. И вот. И сейчас здесь завяжу. Как бы там, где мы ниточками прошлись, я эту серединочку закрою. Плюс-минус. Вот так. Кончики опустили. Чуть-чуть уже сделаю здесь середину. Вот, кончики опустили. И вот так. Такой бантик. И теперь этим бантиком я украшу шапочку. Ну, шапочку я приклею здесь, хотя
Хотя, наверное, можно и пришить, можно и приклеить. Ну вот, вот так вот где-то я хочу здесь поместить. И вот так будет. Все-таки будет шапочка немножко живее. Вот. Так, пистолет не нагрелся. Сейчас немножко подождем. Так, клей нагрелся. Я вот приклеиваю здесь этот бантик на это место. И вот так уже будет. Вот так вам видно. Ну, так вот будет немножко с моей точки интересней. То есть более живой образ и немножко больше украшений. Ну и вот так, вот такой общий вид получился у нашей игрушки. Я считаю, достаточно интересный, вот, необычный. И нетрудно делать такие одежды для игрушек. Вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. Если есть замечания, комментарии, пишите внизу под видео. До свидания, до новых встреч. И мой девиз: изменим мир к лучшему.